Сегодня едем в Севастополь, мы с Эрни. Ждем Мерседес Вито. 16 сегодня. Июля. Проводы у нас. Первый раз Эрни едет на дальнюю поездку. Так, мы уже в маршрутке, в машине в нашей, в котором будем ехать. Только очень странно, что только мы с Эрни, пока что еще одна женщина. Все. Вот, у нас Mercedes Vito. Одно сиденье, кстати, ужасное, на котором я должна сидеть, оно выпирает. В общем, неудобно очень. Сиденья какие-то твердые, они не мягкие. Я не думаю, что будет особо комфортно, но другого выхода как бы уже нету. Ну вот так, пока что так. Мы еще в Днепре стоим, ждем чего-то. Мы тут затормозили на какой-то остановке. Честно говоря, что даже не знаю, что это такое. Там поле какое-то. Двигаемся. Так, я уже доехала до Севастополя. Фух, наконец-то. В 7 утра мы приехали в Севастополь. В час ночи мы оказались на таможне. Украинскую таможню мы прошли очень быстро. Где-то за 7 минут, наверное. Нам повезло, людей не было практически. Ну, я же рассказываю с учетом того, что у меня ребенок 4,5 года. И кому будет интересно, как это все проходило. На украинской таможне у меня потребовали паспорт, загранпаспорт ребенка, доверенность. Ну, вот это вот. Разрешение, если нету второго родителя, и свидетельство о рождении. И все тщательно просмотрели. А на российской таможне уже у нас прошмонали чемоданчик, сумочку прошмонали, проверили только паспорт, загранпаспорт. И поставили какую-то красную печать загранпаспорту малого. А так, в принципе, все было вежливо. Ну, как бы и там хорошие люди, вежливые очень. Приветливые, все классно прошло. Только вот единственное, мы прошли всю таможню украинскую, русскую за полчаса. Но единственное, что мы ждали на поле, очень холодно было. И мы сидели, ждали, пока машины пройдут таможню. Полтора часа еще просидели где-то, прождали свою машину. Такое ощущение, что была вечность. Потому что было очень холодно. Так что если в ночь ехать, нужно обязательно брать вещи теплые, потому что очень холодно просто. И вот, и когда мы уже дождались машину, мы доехали до Симферополя где-то за 2 часа. И еще за 2 мы доехали до Севастополя. Вот так мы оказались здесь. А в целом, конечно, я довольна поездкой, потому что таможня прошла у нас очень быстро, очень классно. Вот так, супер. Так что можно не бояться. Я очень боялась с ребенком ехать на машине. Я думала, что все так плохо. Он будет там страдать, ныть, рыгать, там еще что-то. Но нифига такого не было. Все прошло очень хорошо.